Всем привет, дорогие друзья. И, собственно, это будет новогодний, ну, предновогодний, так сказать, обращение к вам. И типа мини-подкаст, мини-поздравление. Наверное, скорее всего, поздравление будет. Поздравление с Новым годом, что вот тут уже скоро будет. Желаю вам всех благ, чтобы все ваши мечты исполнялись. И спасибо вам, что у нас уже 503 подписки. Но тогда, когда я выпущу и отрендерю это видео, а это, наверное, где-то будет дней через 2, через 3, после того, как я отойду от поездки и от таких море ощущений, которые я получил при просмотре. Ну, сами знаете чего, я еще на этой рецензии делал в ВКонтактике. Ну, а если кто не знает, то я ездил на Изгой 1, то есть на Звездные войны. Ты едешь такой, типа такого. Вот, я, то есть, собрал, ну, вот, собственно, его. Вот он, Крейник, я знаю, я его видал. Вот он, тут все дела. Вот, штурмовик смерти, штурмовик команды, не знаю, как угодно его называйте. Здесь видно вот еще разочек. Вот. И, собственно, выдавали там вот такие вот игрушечки, если покупать стартовый, так, стартовый набор, где там кола, попкорн и еще что-то такое. И вот игрушка, собственно, выдавалась, такая вот подставочка к ней. И тут вот что-то написано, в общем-то, Lucasfilm, Star Wars, Made in China. Ну, в общем, как-то так. И это у нас песчаный, кстати, штурмовик. Так, тут я вот так вот сделаю, чтобы разглядели в случае чего. Ну, то есть вот, вот мой палец, например, вот он. То есть он как мой палец получился. Собственно, эмоций очень много, впечатлений тоже об этом кинофильме, об этом спин-оффе тоже очень много. Но сейчас самое главное, мое обращение к вам. Следующий Новый год, 2017 год, выдастся самым удачным, самым значимым для вас. Я поздравляю всех нас с достижением уже такой цифрики, как 503 подписчика, 102 583 просмотра. Это сейчас, на данный момент. Это все, что я хотел к вам обратиться. И, собственно, уже 3 минуты, я не буду дальше тянуть. Всех с наступающим Новым годом. Желаю в следующем году счастья, здоровья. Никто не кашляйте, не болейте. Все. Всем до встречи в следующих нарезках, в следующих обращениях, видео. Всем пока.